Сайрам, дорогие друзья, сейчас я вам прочитаю продолжение письма, которое мне прислала зрительница о чудесах в ее жизни. И первое видео я прикреплю под этим видео. Вы можете посмотреть в закрепленном комментарии или в информации о видео. Это очень интересное письмо было. Я его читала просто как какую-то повесть, как что-то такое увлекательное. Я очень часто слышала рассказы о чудесах в жизни людей. И это еще одно подтверждение о том, что чудеса случаются, если только мы просим, мы стучимся, мы зовем высшие силы. И вот я сейчас прочитаю продолжение письма Светланы. Девушку зовут по-другому, но она просила не показывать ее страничку и не говорить имя, поэтому я ее назвала Светланой. Ирина, пока у меня есть вдохновение и время, буду писать. Вы после отредактируете. А я пишу сумбурно, прыгая с одного на другое. Из меня рассказчик не очень. Можете лишнее опустить, суть изложите. Вам виднее, как, что и в каком порядке. Хочу еще, на мой взгляд, рассказать удивительную историю, которая тоже произошла не так давно. Год, может, полтора назад. Придется начать с того, что я родилась в неблагополучной семье со всеми вытекающими. Пару раз меня и младших братьев хотели забрать из семьи, но родителям все давали шанс. Не буду эти страшилки описывать в подробностях, но вкратце это голод, холод, ежедневные побои и внутреннее унижение, что ты не такой, как все. Все насмехаются в школе и так далее, ну вы понимаете. В такой атмосфере трудно вырасти, не обозлиться и умудриться хорошо относиться к родителям. Оба они уже покинули тела довольно давно. Повзрослев, я им все помогала, как могла. Только вот простить или понять нет, никак. Иногда мне казалось, отболело. Я простила. Но это, как выяснилось, только казалось. Жизнь моя сложилась довольно хорошо. Несмотря на исходные данные, семья, двое детей... Все как у всех. Ни алкоголь, ни наркотики не затронули меня никак, с учетом того, что молодость пришлась на лихие 90-е. От мамы моей мне доставалось хуже всех. Я старшая, и меня она как-то особо не любила. Не знаю, почему так. С моей дочерью у меня были неплохие отношения, но напряжение всегда и взаимные претензии были. К чему это я все? Так вот. Как баба появился в моей жизни, все стало стремительно меняться, и это было не всегда тихо и безболезненно. Как-то в Инстаграм наткнулась на страничку некоего Дмитрия Троцкого, может, тоже видели. Стала смотреть, все так интересно, увидела про родителей, прощение, что-то такое. Смысл его лекции был в том, что нужно прощать, ну, все такое бла-бла. Думаю, дай попробую, попишу там чего-то в тетрадке, как он говорит. Взяла тетрадочку, ручку. И его слова вспомнила, что надо сначала предъявить претензии, осудить, прежде чем простить. Ну, логично. Начала писать родителям. Вы виноваты в том. Вы изверги, отравили мне душу. Даже мат пошел, вы меня просто покалечили. Как вам там? Я умру, я вас найду. И первое, что я сделаю, спрошу. Скажите мне, как вы могли так? Какая страшная боль поднималась из души откуда-то? Я скоро писать не смогла, а просто била ручкой в тетрадь. Она сломалась у меня в руках, тетрадь в клочки. Трудно описать мое состояние. Я так рыдала, чуть не до рвоты и захлеба. Я просто орала, я вас ненавижу. Потом обессилила и уснула. Проспала всю ночь, встала, все нормально, хожу себе. Вечером выключила свет, легла. И просто меня как сбрасывают с кровати кто-то. Реально, я ничего не понимаю. На полу, на коленях стою и заплакала. Мамочка, папочка, простите, умоляю, простите. Как я могла вас обвинять? Хоть в чем-то? Как? Я вас люблю. Простите, я бы все отдала только за один миг, чтобы вас увидеть и сказать вам, вы ни в чем не виноваты.
Я вас люблю. Вы старались, как могли. Я прямо чувствовала их беспомощность перед жизнью. Как мне хотелось им помочь, спасти, защитить. Я на мокром ламинате от моих слез валяюсь, руки, ноги разъезжаются. Такие рыдания, вопли, не пойму, как соседи полицию не вызвали. Можно было подумать, наверное, что за стеной кого-то убивают. Рыдаю, молю, баба, скажи им, что я люблю их, что они для меня лучшие родители в мире. Скажи им с вами. Вдруг голос мне в голове. Сама скажи. Запах цветов. И передо мной на полу ноги моих родителей. Папины, как всегда, в кедах. И мамины в тапках, как в жизни. Я поднимаю глаза, и их образы ясные такие. Улыбаются, за руки держатся. В жизни ругались, и поножовщины, и что хочешь было. А тут стоят вместе. Дочка, я услышала голос отца. Первый раз за 40 с лишним лет я услышала от него это слово. Дочка. Такая любовь от них неземная исходила. Они как боги были. Тут я сделала рывок к тому месту руками, лицом к полу, к их ногам, и отключилась. Сознание ушло на мгновение. Очухалась, не помню, как на кровать заползла. Просыпаюсь, четкое понимание, что мы, люди, прощать вообще не можем. Не потому, что мы плохие, а просто у нас функции такой даже нет. Бог прощает, не обвиняя. А чтобы человеку простить, сначала придется обвинить, осудить. Это губительно для нас. Мы только можем просить прощения, но не прощать. Прощать – дело Бога, не наше. Зачем брать на себя такую ношу? Не унесем. Она разрушит нас. Мне так хорошо, как никогда в жизни не было. Выхожу на улицу, и у меня так заболело под лопатками, дико просто. Стою, вздохнуть не могу. А потом прошло резко, и из спины будто вытолкнуло что-то, как воздух. Я пошла, а во мне такая сила и мощь внутри. Мне казалось, аж земля под ногами гудит. Мысль бьется в голове, одна и та же. У меня есть родители. У меня есть родители. У меня не отшибла память. Я все-все помнила, что они мне причинили. Только вот это меня никак не трогало. Ни одной эмоции. Родители отдельно, все эти беды отдельно. Прошлое не имело ко мне отношения больше. Дальше еще интереснее. У меня с детства очень сильно косил глаз, очень. Вот шла я так по улице с такими эмоциями и вижу витрину зеркальную, смотрю на нее и понимаю, что с моим лицом что-то не то. Вглядываюсь, а мой глаз нормальный, прямо как у всех. Вообще ничего не понимаю. Забыла, куда шла. Иду, спотыкаюсь, смотрю в зеркальце. Нет, глаз нормальный. Встречаю знакомую и говорю, посмотри на меня. Она аж ахнула. А у тебя глаза нормальные. Ну, в общем, шок у всех. Глаз до сих пор нормальный. Ну, может, слегка, и то не всегда. На секунду чуть косит. Но этого никто не замечает, если я сама не скажу кому-то специально. После много стало налаживаться в жизни. Чудесным образом. А главное, у меня пропали совсем раздражения и претензии к моим детям. Если, как мне раньше казалось, они что-то делают не так. Сейчас все так. Они считают меня лучшей матерью в мире. А думаю, ну да, конечно, досталось вам от меня на орехи тоже. Но есть еще одно «но». Я с интересом стала искать про этого Дмитрия Троцкого. И чуть не грохнулась, где стою. Нахожу видео, где он молодой, рассказывает про с вами. И как баба ему сказала когда-то, я дам ключики от человеческих сердец. И видно, один подошел к моему. Вот так-то. Ее попросила, чтобы она писала все, как помнит. И поблагодарила еще раз. И она продолжила свое письмо, прислала еще одно письмо, она мне их много прислала. Продолжаю. Это тоже всего лишь один из эпизодов. Их много. Такие интересные переплетения, встречи, люди, ситуации. Вы не подумайте,
Это не реклама этого Дмитрия. Просто рассказала, как было. Кстати, это и был случай, когда я именно послушала его, решила взять в руки тетрадь. С тех пор я и забыла как-то про него. А видно, и не нужно мне. Ситуация проигралась, и все. Мы все друг для друга маячки в нужное время. Из раннего вспомнилась тоже ситуация. Более или менее я как-то приняла Сайбабу. Сопротивление ушло. Но я напоминаю, что она принимала образ Ширди-Бабы. К ней пришел помочь в самом первом видении Ширди-Бабы и сказал: «Отдай мне свою боль». Вот. Поэтому она долго сопротивлялась образу Сайбабы уже потом в ее жизни. Вот. И как-то приняла Сайбабу, сопротивление ушло в этот период примерно. Вот сидим как-то с подругой вечерком, пьем чай на кухне, я ей с упоением все рассказываю, что представляешь, его люди со всего света знают, а я даже не слышала раньше о нем. Ну, я рассказываю о своих чудесах. Она не то что не верит, а скорее терпеливо слушает. На лице что-то вроде «Куда, подруженьку, денешь?». Из вежливости слушает, в общем, и головой кивает. Я ей объясняю: «Ну ладно, мол, вот есть он теперь в моей жизни, а куда его деть, не знаю. Ну и что мне теперь со всем этим делать?» «Понимаешь, — говорю, — все дело в том, что в моем сердце все места как-то уже заняты. Там для всех есть место, для кого-то больше, для кого-то меньше. В моем сердце как комнатки или коробочки с надписями: дети, любимый мужчина, друзья близкие, добро, плохо, хорошо. Там мне все ясно и понятно. А кто для меня Сайбаба, я растеряна. Я не знаю, куда его деть. Бог не бог, учитель не учитель, друг или кто он. Он не укладывается в моем миропонимании. Я растеряна, понимаешь? Так вот беседуем, и я говорю ей: ладно, пойдем на диван в комнату посидим. Вижу, она подустала от моих речей. Садимся на диван, я машинально включаю телевизор. На экране картинка появляется. Стоят в кадре два мужчины и беседуют. Не знаю, сериал, может, фильм или передача какая-то шла, не помню. Вот один мужчина и объясняет другому. «Знаешь, — говорит, — так в жизни бывает, найдешь в ней великого учителя, а он не вписывается в твое миропонимание. Ну, нет ему места в твоих коробочках с надписями, в которых разложена твоя жизнь. Нет, и все. Тебе проще забыть о нем, сделать вид, что ты его не заметил. Ну, некуда тебе его деть. Коробочки с ярлыком не хватает, все заняты. Так мы теряем в жизни самое важное и лучшее, что может с нами случиться. В следующий раз мы начинаем с этого же места». Он продолжал говорить собеседнику: «Знаешь, почему так? Потому что мы сами и есть эти коробочки с надписью. Мы ограничения. Мы сплошные ограничения. А Бог – это сама жизнь. У нее нет рамок. Выйди из коробочки». И тут началась реклама. В комнате звенящая тишина. Несмотря на работающий телевизор, я поворачиваю голову на подругу. Она смотрит молча на меня. В ее глазах испуг, удивление, непонимание. Она бледная даже и молчит. Вот, глядя ей в глаза, я ей говорю: «Знаешь, Катя, я больше не начну с этого же места. Я выйду из коробочки и выпущу всех тех, кого туда засунула в своем сердце когда-то. Пусть все просто будут без ярлыков и коробочек, без моих представлений обо всем и всех». Она говорит: «Ты знаешь, я пойду, пожалуй, домой. Мне не по себе как-то, и даже жутко стало немного. Кто этот твой с вами? Мы ведь обе слышали и видели одно и то же. Что вообще происходит? Кто он?» Я говорю: «Он все. У него нет коробочки с надписью». Я знаю, что многие люди сочтут это за бред, совпадение. Дело-то в том, что как минимум еще один человек, совершенно не заинтересованный, кстати, может подтвердить, что все было именно так, слово в слово. Я, когда прошло уже время, искала, что могло идти по ТВ. Фильм, передача, где это говорилось, из какого контекста. Времени прошло много уже с того момента, прежде чем я додумалась до этого.
поискать по программке. Но, к сожалению, я не помню ни день точно, ни время. Это было в один из летних вечеров моей жизни. С того времени у меня претензий к себе и людям, к жизни все меньше и меньше. Мы все просто есть, всякие, разные. На протяжении всей жизни, в один миг, все может измениться, и мы сами тоже. Жизнь не статична, она живая, и мы в ней тоже живые, без коробочек и прочего. Бог всегда терпеливо ждет, когда мы это поймем. Он, кстати, никуда не торопится, он сама вечность. Я сама не знаю, зачем я вам все это пишу. Наверное, так надо. Всему свое время. Я просто хочу, чтобы мы все стали счастливее. В нашем уме столько разделений. Хочу, чтобы люди знали, что с вами не фокусник или шарлатан, или неизвестно кто еще, как некоторые люди считают. Я все прекрасно знаю, и читала, и смотрела про него много, и негатив тоже. Задумалась. Да, нам трудно иногда понять, где правда, где ложь. И в то же время очень просто. Я очень сомневающийся человек, несмотря на все, казалось бы, ситуации и подтверждения, которые со мной случались. Вот просто в какой-то момент все стало так ясно, как Божий день. Я спросила себя, неужели ты пойдешь на преступление в своей душе и станешь обвинять хоть кого, либо в чем-то, не видя и не зная ситуации. Вот просто потому, что кто-то что-то когда-то сказал. Как можно думать про человека плохо, если ты не знаешь лично сам правды, не видел и не слышал своими глазами и ушами? Я так думала сама с собой, и в моем сердце наступил покой. Со мной Саибаба такой фокус провернул, не на одну жизнь хватит. Я никогда не была в Индии, никогда подобным ничем не интересовалась, не слышала о нем до поры до времени. В один момент моя жизнь изменилась навсегда. У меня, кстати, никогда ничего не материализовывалось, никакого випхути, ни колечек. Наверное, мне это не нужно было. Для меня все его волшебство заключается в том, что изменяет человеческие сердца. На расстоянии, где бы ты ни находился, он всегда рядом, даже ближе, чем можешь себе представить. Он в наших сердцах и душах. Ждет веками, тысячелетиями, когда мы его найдем. Посмотри внутрь себя, говорят. Я хорошо понимаю теперь, что это значит. Там найдешь любовь. Там ничего нет, кроме Бога. Бог из любви к нам являлся много раз в разных формах, лишь бы его смогли узнать и найти. В силу наших характеров, культурных различий, языка, других особенностей. Мы видим в нем различия, но он один. Баба для всех видится именно тем, кем мы сами являемся на данном этапе своей жизни. Ему просто некем больше быть, кроме как нами. Поэтому для всех он разный. Он наше отражение. Все счастье в том, что любое отражение изменится для каждого в любой момент. Как в мультике про енотика, который ходил на озеро и строил гримасы, пока мама не подсказала ему улыбнуться своему отражению. Это лично мое субъективное мнение, конечно, ведь правду говорят, куда ни посмотришь, увидишь только себя. Кто ты, Саибаба, кто ты? Этот вопрос мучил меня долгое время. Я всеми силами души своей хотела знать истину. На этот мой вопрос он всегда отвечал мне. Вспомни. Ну вспомни, ты же знаешь ответ. Когда я смотрела на его фото, в его улыбчивых глазах всегда было требование ко мне. Вспомни. Вспомни, кто я. Ты знаешь. Вспомни. Пока однажды я не увидела что-то, то, что потрясло меня, как ничего в жизни никогда уже не сможет так меня потрясти. Из его глаз на меня смотрели мои же собственные глаза. Это было несколько мгновений, но это было что-то невероятное. Страшно. И одновременно моему удивлению не было предела, если этим словом хоть как-то можно описать это чувство. Лицо его не изменилось, ни форма его глаз, нет. Только из него на себя смотрела я сама. Мой взгляд смотрел на меня. Я испугалась. Сильно.
Я помню, у меня в мозгу просто взрыв. Все файлы перегорели. Я слышала свой голос внутри себя. Я потрясенно сказала: «Это я?» В тот момент как будто его рука коснулась моей щеки. И голос, как сама любовь, произнес: «У меня в душе, я не знаю где, в сердце, не объяснить, где это было», голос сказал: «Вспомнила». Это самый странный опыт в моей жизни. Хотите, как хотите это воспринимайте. Сейчас мне смешно, но, конечно же, я не с вами, я обычный человек, но душа у нас у всех частичка Бога, мы его суть. Просто его милостью я увидела, что мы все одно целое. Нет других людей, кроме нас самих. Ничего нет, кроме Бога. Мы все одно. Как сказал Иисус: «Вы свет мира, вы соль земли». Саи Баба сказал: «Да, я Бог, но и вы боги. Только вы забыли об этом. Но кто я, чтобы спорить с ним?» Если вам не надоели мои рассказы, дайте знать. У вас всегда столько дел. Еще мои писанины разбирать нужно. Вот. В общем, вот так вот мне написала эта девушка. И меня потрясли слова в ее письме. Ему просто некем больше быть, кроме как нами. И вот я целый день читала ее историю, поблагодарила ее и написала, что с удовольствием еще прочту, если решите чем-то поделиться. Но я думаю, на сегодня хватит, и следующее письмо я прочитаю потом. Мне очень понравились ее письма. Вот. Благодарю вас еще раз. Если, конечно, я пока ее называю Светлана от слова «свет». Ну, если она захочет, она может попросить меня сказать ее настоящее имя. Но это, наверное, не обязательно, да, если все едино. Вот. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. И Богу спасибо за такой прекрасный, чудесный, потрясающий вечер.